Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович. Подводим итоги текущей торговой недели. Получилось $2300 по сигналам системы Cluster Trader. Я торгую золото, нефть, евро, доллар и фунт доллар. Четыре основных инструмента на минутных таймфреймах. Вместе с трейдерами в закрытом чате, да, у меня ведется онлайн торговля. И часть позиций я открываю с трейдерами, часть позиций до, либо после сессии. И в пятницу у меня торговой сессии нет. Давайте сначала как раз разберем эти сделки, а потом уже перейдем к тому, как можно добиваться результатов в трейдинге, что для этого нужно и как мы это делаем каждый день, да, что мы делаем, как выглядит наш анализ, на что мы обращаем внимание, какая последовательность действий, какой риск-менеджмент и так далее. Давайте пару слов про пятницу, не буду говорить про предыдущие дни. Вот здесь в правом верхнем углу ссылка, подробно я описывал результаты торговли за понедельник, вторник, среду. Отдельно делал видео по четвергу, и вот пятница, да. Давайте посмотрим, что было в пятницу. В пятницу три профитных трейда, получилось около $400. Давайте посмотрим, что в пятницу было. Итак, первая сделка, эта сделка была по паре евро-доллар. Самое начало торгов, я торгую с 16:00 Москвы до 20:00 Москвы. Два часа из этого времени я торгую с трейдерами онлайн по тем же самым сигналам. Также вы можете подключиться не только к онлайн-торговле, но и получить систему Cluster Trader, чтобы видеть у себя на графике все эти сигналы. Итак, начало моей торговой сессии. Первая сделка, сделка на продажу, называется SS4 Sell, когда мы видим 4 условия на вход в рынок. Здесь мы видим, что рынок сформировал дно, стрелочный. Но чаще всего, когда мы торгуем на пробой, мы ждем обновления минимума дна. Вот здесь мы видим минимум дна. То есть появился стрелочный, появилось дно, мы видим уровень. Казалось бы, сигнал на бай. Но у этого паттерна есть максимум и есть минимум. Чаще всего, когда мы видим интенсивное нисходящее движение, либо когда мы видим пробой на правой стороне паттерна. Вот посмотрите, здесь сформировался паттерн вот в этой точке. И затем следующий бар пробил, давайте сделаю поближе, это очень важно. Пробил, закрылся ниже уровня. И следующий наш шаг, мы ждем пробоя минимума вот этого паттерна. То есть, по большому счету, автоматика нам определяет все вот эти условия. И все, что нам нужно сделать, это дождаться конкретного факта, факта пробоя. В данной ситуации мы ждем пробоя вниз, потому что уровень пробит вот здесь. Пробили уровень, затем видим, пробили паттерн. Вот на этом баре, на этой свече сразу тут же sell. Тут же мы видим 1, 2, 3, 4, 5 минут и первый take profit. И затем мы видим, рынок завис. Очень-очень долго цена консолидировалась, и по трейлингу я вышел здесь плюс 16 и плюс 10 пунктов. Каждый день одно и то же, ничего нового, никаких новостей, никаких факторов внешних, никаких других таймфреймов. Одно и то же. Вот мой график, вот мои уровни, вот мои паттерны, вот я торгую. Я могу взять 200-300 сделок, посмотреть, откуда приходят самые большие профиты, и репетировать, 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 репетировать. Это единственное, что вы можете контролировать в своем трейдинге. Ваши действия до совершения позиции, ваши действия относительно риск-менеджмента и все. Вы никогда не будете зарабатывающим трейдером, если будете использовать новости в своем анализе, либо использовать субъективную информацию, взятую из своего какого-то воображения, ощущения, либо какого-то чужого мнения. То есть здесь нет мнения, здесь есть факт. Пробили ли мы уровень, закрылись ниже? Да или нет? Да, абсолютно. Пробили ли мы минимум паттерна? Да или нет? Да, абсолютно. Соответственно, каковы мои цели? Первая моя цель всегда равна стоп-лоссу. То есть если это мой стоп, то вот моя первая цель. Один к одному. После того, как первая цель достигнута, вторая позиция уже находится в нуле и начинается трейлинг-стоп. Пропустил вот этот еще сигнал. То же самое. Да, только на коррекции пробой уровня. Вот здесь мы видим, цена закрылась ниже нашего какого уровня? 15-минутного уровня. Да или нет? Да, абсолютно. Затем я вижу коррекцию. Да или нет? Да, абсолютно. И затем я вижу черный бар после белого. Этот сигнал называется ротация бара. И это тот сигнал, который принес $2000. Не только мне, но и нашим трейдерам, торгующим схожим с моим объемом. Я торгую не очень большими объемами.
по ротации бара. То есть это один из самых топовых на этой неделе наших сигналов. Да, еще раз, очень-очень простая формула. Пробой уровня. Первое условие. Каждый раз одни и те же уровни. Какие? 15-минутные, часовые, либо 4-часовые. Но основные уровни это 15-минутные. Вот здесь я наведу мышкой и увижу 15-минутный уровень. Да или нет? Да, абсолютно. Пробили уровень. Коррекция. Белый. Черный бар здесь сел, вот этот трейд я пропустил. И мы видим также, за 5 минут рынок обвалился до первой цели. Потому что если здесь сел, то стоп уходит сюда, грубо 20 пунктов, чтобы сделать 20 пунктов. То есть мы видим, за 3-4 минуты тейк достигнут. То есть это сделки называется моментум, да, когда мы прыгаем в продолжение тренда. Следующая группа сделок, две позиции у меня состоялись по W, и это как раз та самая ротация бара. Пробой уровня, сила сигнала номер один. Пробили ли мы вот этот уровень, где я держу курсор? Да или нет? Да, абсолютно. Затем мы видим коррекцию. И мы видим белый бар. Видим или нет? Абсолютно так. Белый бар. Как только появляется черный, то есть в направлении нисходящего движения, в направлении пробоя, это точка sell. Стоп за зоной здесь. И первый таргет мы видим тик в тик достигнут. И затем также появился разворотный паттерн, как по золоту, точнее, как по евро. Рынок стал разворачиваться, я вышел по нулям, ну, 5 пунктов профит, 40, плюс 40, плюс 5, соответственно. И следующая сделка, один в один, пробой уровня, сила сигнал номер один, пробили ли мы уровень? Да. Если я вижу пробой уровня, чего я жду дальше? Я жду коррекции. Белый бар, то есть до белого бара я жду коррекции. Затем, как только я вижу черный бар в направлении вниз, потому что если вверх движение, то есть мы пробиваем сопротивление, тогда обратно, да, мы ждем изменения цвета свечи с черных на белый, здесь с белых на черный. Пробой уровня, коррекция, первый белый бар, вот как только первый белый бар появился, для меня это сигнал к чему? Жди черную свечу, как только она появляется, sell, мы видим, основные деньги принес вот этот трейлинг стоп, да, 17,65 пунктов. То есть я поймал все вот это движение, которое было по WTI, затем мы видим, рынок развернулся, потом тоже были сигналы, но это уже сигналы ближе к вечерней сессии. Итого за пятницу получилось 153 пункта, 1530 умножить на 0,3, небольшой объем. Итого 450 баксов за минусом, да, как раз комиссии, да, $450. Всего за неделю получилось 2290. Суммарный профит в пунктах 8, точнее 850, 8500. Если вы торгуете объемом в один лот, то это $8500. Вы часто спрашиваете меня, а есть ли какие-то настройки ротации бара. На самом деле никаких настроек нет. Если мы зайдем в параметры, вы увидите, что вот включить ротацию бара и уведомления о изменении цвета свечи, больше никаких настроек нет. Единственное, что можно изменить, это цвета. Мы заходим вот сюда, в раздел цвета, и можем поменять, например, белый на зеленый, а черный, например, на там, красный, да, более привычные. И сейчас у нас произойдет пересменка цветов, да, и кому-то, может быть, так ближе даже, да, там нисходящее движение, бары идут красные, сходящие зеленые, да, либо когда флэт, мы будем видеть довольно частое, да, изменение цвета свечи. Конечно, может быть такое, что цена растет, но бары одного цвета, черные, это специально так запрограммировано, чтобы торговать своевременно на коррекциях, то есть это основной и, на мой взгляд, самый мощный сигнал для торговли на коррекциях, который когда-либо я лично торговал, потому что этот сигнал и психологически легче торгуется, и технически он очень прост. То есть первое, ты видишь пробой уровня, после пробоя уровня ты отслеживаешь изменение цвета свечи. Вот мы пробили уровень, сразу ты ждешь соответствующий противоположный пробой бар. Да, если мы пробили вниз, ты ждешь зеленый там, или белый бар, белую свечу, и затем ждешь усиления медвежьего движения. То есть снова, когда продавцы вернутся, если движение было вниз. Аналогично здесь мы пробили уровень, да. Затем мы видим вот здесь первую зеленую свечу. Да, и вот отсюда начинается отсчет, поиск или ожидание, да, соответствующей свечи в направлении движения. Посмотрите, все свечи черные, импульсная волна, формируется коррекция. И затем видим снова возобновление нисходящего движения. Посмотрите, какой сумасшедший моментум. Да. Особенно сделки, да, качественные приходят из вот таких
точек, где у нас есть слева предыдущая структура, в частности, если я наведу мышкой 15-минутный уровень поддержки сопротивления. И что интересно, мы можем открыть любой график в любое время, в любом в онлайн-режиме, или перейти там на год назад, перейти на часовой график. Будем видеть одно и то же, только уровни будут разные. Если для минутки мы используем там 15-минутные уровни, да, как основные уровни для торговли, то для часовика это 4-часовые уровни. И вот здесь то же самое мы видим, пробой уровней. Мы видим зеленый бар, ждем красный, моментум. Пробой уровня, зеленый бар, ждем красный, моментум. То есть это потрясающая возможность торговать с трендом, прыгать в сильные тренды. И что самое интересное, это сделки, которые безболезненны. В том смысле, что когда ты входишь, как правило, редко бывает такое, чтобы, если ты торгуешь в волатильном рынке, цена вот так гуляла туда-сюда, действовала тебе на нервы. Обычно ты вошел, против тебя редко цена идет, если она намерена идти дальше по тренду. То же самое здесь, видим, я вошел буквально 1, 2, 3 бара вверх незначительный, потом бум обратно вниз. Здесь то же самое. Если мы посмотрим на предыдущие сделки, давайте еще вот за предыдущие дни я делал обзоры. Да, вот здесь то же самое, да, пробой уровня, мы видим коррекция, снова черный бар sell, тейк 1, тейк 2. Затем пробой уровня коррекция, вот здесь я не брал сделку, да, снова черный бар, и, кстати, сразу, да, движение, сразу движение. В этом и плюсы, да, этого сигнала, что многие наши трейдеры его прям обожают. Потому что сразу, вот если мы золото посмотрим на волатильном рынке, да, то же самое пробой уровня, да, мы видим белый бар, затем черный бар. И сразу практически движение, да, здесь то же самое, черный, белый, затем черный бар, сразу движение, но еще раз, да, цвета, конечно, вы можете поменять, и так далее, конечно, можно сидеть целый день и отслеживать, да, вот эти уровни пробоя, либо я могу добавить 5-минутные уровни поддержки, и тогда количество сигналов на пробой увеличится. Давайте зайдем в настройки системы, это премиальная версия, в базовой тоже доступна и ротация бара, и настройка всех уровней. Давайте нажмем ОК. Посмотрим, что у нас получилось. Сейчас появятся 5-минутки. Вот здесь посмотрите, да? Мы видим пробой уровня, да, на этот раз 5-минутного. То есть, если мы хотим увеличить частоту сделок, мы используем М5 уровня. Пробой уровня, коррекция, мы видим белый-белый-белый, черный бар sell. Пробой уровня, коррекция, мы видим белый-белый бар, черный бар sell, сразу моментум. Да, потом мой трейд состоялся, пробой уровня, коррекция, мы видим соответствующий черный бар, тут же движение вниз и так далее до последнего, практически до самого вечера, пробой уровня, коррекция, ротация бара, пробой уровня, коррекция, ротация бара, и до самого вечера мы видели сильные трендовые движения. Вот таким образом. То есть мы можем перейти в любую точку графика и видеть одно и то же, и с трейдерами мы эти сигналы наблюдаем в режиме реального времени. Вот здесь мы видим, да, пробой уровня, моментум сразу. Здесь пробой уровня, коррекция, sell, да, и так далее, и так далее, и так далее. Одно и то же каждый день. Еще один очень важный момент. Отличаются ли сигналы в премиум-версии от сигналов в базовой версии? Нет, сигналы не отличаются, все сигналы те же самые, за исключением того, что в премиальной версии вот эти паттерны, вершины, слабые, разворотные, двойные, сложные, слабые вершины и основания, они рисуются автоматом. То есть от вас не требуется определять правильность паттерна или наличие вообще паттерна. Сразу приходит уведомление, да, появляется алерт относительно того, что паттерн появился. Ты смотришь, где он появился, на уровне или в коррекции, и принимаешь решение, да, его торговать на пробой, на отбой, в зависимости от того, что ты видишь на графике, где он появился. Да, тот или иной паттерн. И вот эти моменты мы на онлайн-торговле, да, подробно разбираем. Второе ключевое отличие – это вот в этих уровнях. Да, это уровни волатильности, важнейшие уровни, которые указывают на то, если, да, цена до них доходит, что рынок развернется. Это уровни волатильности. Вот сейчас вы видите у меня как раз график золота. Видите, вот здесь экстремальное значение волатильности, то есть поддержка по волатильности. Посмотрите, как в пятницу мы тикнули этот уровень, 200% волатильность, и рынок как пушка выстрелил. То же самое было в четверг. Мы наблюдали за этим с трейдерами в онлайн-режиме. Цена протестировала вот эту экстремальную зону поддержки, тут же вылетел. И, как правило, это точка разворота. То есть это говорит о том, что рынок очень сильно растянут
и, вероятно, мы выстрелим, да, в противоположном направлении, и стоит прекратить торговать с трендом, либо закрывать все сделки на продажу. Это очень-очень важный момент, либо на покупку, да, опять-таки, смотря какого значения мы достигаем. Третье ключевое отличие – это советники, потому что в базовой версии вы самостоятельно открываете ордера, рассчитываете риски, вот здесь все происходит автоматически по заданным настройкам, а также используется автоматический трейлинг стоп. Вы можете установить стоп как вручную вот здесь с помощью вот этой кнопки, то есть по уровням поставить стоп, и он автоматически рассчитает объем и, да, установит ордера, будет следить за сделкой, либо просто нажать buy sell, и тогда все выставится полностью автоматом. Ну и четвертое отличие — это бессрочный доступ к онлайн-торговле, где как раз вы торгуете по всем этим сигналам. В базовой версии у нас на 3 месяца доступ в чат. Ну, есть также версия без онлайн-чата, где торговля ведется с помощью методички. В общем, вот такая торговая неделя. Крайне вероятно, что на будущей неделе волатильность продолжится. Не упускайте хорошие трейды, если вы хотите вместе с нами торговать и находить ключевые точки усиления движения цены и понимать, что вы делаете, то ссылка на систему Cluster Trader и подключение к онлайн-торговле под этим видео. Хороших вам выходных и всего доброго. До встречи. Пока.